Четверть трудоустроенных жителей Твери хотели бы пройти переобучение или повысить свою квалификацию. Таковы данные социологического опроса, который провел один из федеральных порталов поиска работы. У 13% профессиональной целью на будущий год является повышение доходов. У 9% – рост в должности. 7% нацелены на завершение начатого проекта или выполнение плана. 5% – на повышение профессионализма. Открыть или расширить свой бизнес планируют 3% горожан. Освоить новые обязанности – 2%. Выучить иностранный язык – 1%. Но 24% респондентов не ставят профессиональных целей на будущий год. Женщины чаще мужчин нацелены на обучение и открытие собственного дела в 2024 году. Мужчины же чаще хотят повысить свой доход, вырасти в должности и закончить начатые проекты.